Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Боевые коты-ниндзя». Так, ух ты, у нас 8 жемчужин. Давайте, конечно же, мы с вами что-нибудь улучшим. Так, больше урона обязательно нам нужно. Также нам нужно здоровье, и рыба тоже нужна. Так, на что мы можем потратить? Слушайте, давайте оставим, наверное, 2 жемчужины. Они нам, я думаю, пригодятся в дальнейшем где-нибудь. А пока будем играть так. Ну-ка. Ага, сердечко, хорошо, отлично, ребята. Оу, вот это вот мне не нравится. Акула здесь не кстати. Вы сами прекрасно знаете, что она наносит нам огромный урон. И она меня совсем здесь не радует. Надо ее как можно быстрее уничтожить. Шикарно. Так, огонечки, о, кристалл у нас там стоит. Мы его сейчас с вами попробуем разбомбить. И там у нас должны появиться рыбки, сердечки и все тому подобное. Оу, сколько же вас тут всяких крабы тут еще. И опять акула прибыла. Она мне не нравится. Я ее всегда стараюсь уничтожить в первую очередь. Потому что потом она нам очень много проблем может доставить, если будет по мне попадать. Она сразу котенка, грубо говоря, сносит. А у меня их не так уж и много. Оу, черт подери. Чуть-чуть бы и попало бы по мне. Но, как говорится, миновали. Ёлки-палки, подбили. Я уж думал, все, крышка нам, но нет. Что это такое у нас? Это что-то новенькое, бомба тикает. Оу-оу-оу, и что? Что будет? Туф, нифига себе она бомбит. Довольно большой радиус повреждения у нее. Так, ну-ка давайте-ка разобьем кристалл. Эй-эй-эй, тихо. О, рыбки собираем. Чем больше рыбок мы с вами насобираем, тем больше мы сделаем апгрейды себе для котят. Такие, да, без огонька, они чудики. Но, крабики, что вам надо здесь? Я вот не могу понять, что это у нас за отчет времени идет, а? Для чего? Какой-то бонус на нас сейчас распространяется или для чего? Пока не знаю, ребят. Так, ладно. Оу, опять акула. Ёлки-палки, котенка мне шваркнула, а? Ты посмотри на нее. Причем акула, да, какая-то подземная. Еще, конечно, бы мне хотелось узнать, сколько здесь вообще в этой игре уровней. Вау, что мы тут набрали? Оу, морские звезды, мы в пузыре, ребята, это дополнительная защита у нас. Знаете об этом? Так, переходим сюда. И кто у нас тут? Ха-ха, смотрите-ка, эти осьминоги. Оу, довольно легко мы разобрали. А, ну правильно, у нас с вами морские звезды. Опять акула, а? Так-так-так-так-так. Опа, мимо. Давайте ее добьем. Смотри, вот самая крепкая, по-моему, это акула здесь. Готово. Ну, у нас есть защита дополнительная, так что нам пока бояться нечего. Блин, что же это за время-то идет, а? 7 минут до чего? Я помню, в прошлых сериях тоже такое было у нас. Оно истекло, и ничего толком не изменилось. А может быть, какой-то есть усиленный бонус это, а? Давай-давай-давай-давай. Оп-оп-оп, заколбасили, отлично. Так, сундучок, рыбки. Опа, ниндзя-котик один. Кот оживлен, отлично. Подождите-ка, у нас сколько? Нас 5, должно быть 6. Блин, одного кота нету. Вот, морские звезды, это хорошо. Они очень хорошо наносят урон. И причем довольно быстро мы расправляемся с вами, с врагами. Так, здесь у нас все разведано. Где враги? Не вижу врагов. Эй, вы куда все подевались? Ладно, давайте переместимся на следующий островок. О, огонечки, которые уже потухли у нас. Еще 2. Мимо. Нет, не мимо, ребят, потому что у нас уже только у 2 котиков пузыри остались, а у остальных нету. Ладно, фиг с ним. Все равно должны справиться. Так, блин, вот икра. Оу-оу-оу, тихо, надо отойти отсюда. Что-то у вас тут слишком много развелось. Крабики эти со своими клешнями, бумерангами. Огонечки, ой-ой-ой. Подождите, 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 что ж такое? Блин, очень мало здесь места мне, где можно разбегаться. Вот, вот это я понимаю. Ну что, давайте повеселимся. А, кристалл нельзя уничтожить, ладно. Ого, пишем. С ума сойти, испытание пройдено. Так, морские звезды подобрали. Надо вот этот кристалл обязательно подбить. Тут рыбки. Че, всего 2 штучки? Ну, это как-то маловато, если честно. Хорошо, тут все справились. Опять огонечки, опять крабики. Интересно, а какой здесь у нас будет босс еще в конце, а? Поджидать. Так, ракушка, ребята, там есть вероятность получить какой-нибудь хороший бонус.
А точнее жемчужину. Так, 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 тихо, 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 тихо. Блин, тут крабы. Это что, пружинки? Вот, давайте-ка пружинками их будем давить. Ну что, сразу припухли. Чего вы сразу разбегаетесь-то, кто куда? Подожди, акула. Раздавить ее. Блин, не успели немножко. Ладно. Здесь тоже справились. Главное брать вовремя сердечки. Они нас подхиливают, так что все отлично. Здесь у нас все подобрано. Огонечки, привет. И пока. Оу, щит-пузырь. Замечательно, вообще великолепно. Да сколько же тут этих крабиков, а? Слушайте, ребята, игра вообще, в принципе, по большому счету, она такая, знаете, не сказать, чтобы сложная, даже я бы назвал больше веселая. Так, что, морские звезды, отлично. Но в то же время приходится тут побегать. Чистая аркадка. Опа. Так, 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 подожди, подожди. Блин, вот у этих крабов клешни-бумеранги меня, честно говоря, раздражают. И огонечки, если их не добить, они потом опять возгораются и начинают атаковать с прежней силой. Жги их, ага, огненные сапоги. Так, ребят, ну видите, тут какая штука. Надо именно их захватывать в огонь, только тогда будет эффект. Оу, по-моему, я напоролся там на акулу, ребята. А нет, вроде бы все котята у меня, да, ну. Житухи, конечно, маловато у них. Так, да падай ты уже, ну что ты в самом деле выделываешься? Опять крабики. Оу, сколько вас здесь много, собрались. Блин, сюда бы мне, знаете что, ураганчик. Вот это было бы хорошо. Я бы просто ворвался бы туда и всех разнес бы. Но его нет у меня. Так что будем просто с вами искать что-нибудь подходящее. Может быть, какой-нибудь бонус где-нибудь да завалялся. 3 минуты осталось. Ну, еще время есть. Не знаю, правда, для чего, но есть. Так. Слушайте, мне так кажется, что уровень уж больно какой-то долгий. Или я тут долго бегаю? Ну это какой у меня уже? 3-й островок получается, да? 3-й. Дай-дай-дай-дай. Успел собрать, отлично. Слушайте, и рыбок я уже здесь прилично насобирал. Наверное, мы с вами хорошо проапаемся. Так, огонечки. Нифига у вас тут сколько накопилось. Вы что там, плодитесь, что ли? Так, и тут у нас... Воу-воу. Слишком много врагов. Не надо забегать в эту кучу. Лучше оставлять сзади пустое место для отступления. Мало ли что. Так, что это такое? Пружинки. Хорошо, давайте давить. Как можно больше давить врагов. Крабы эти. Воу, со всеми справились. Почти. 2 минуты осталось. Да что ж такое-то? Что за время-то идет? Так, пузырь. Пузырь. Да, вот эти вот крабы еще сложнее. Они мало того, что их так бомбить. Так, они еще у нас, видите, в защите. В ракушке якобы сидят. В ближнем бою их быстрее разбирают. Ох ты! Как так внезапно акула? Я ее не увидел, ребята. Со всех моих котов сразу пузырь исчез. Стоило ей один раз мимо нас проскочить. Морские звезды. Так, а вот там сундучок, это хорошо. Надо будет его потом открыть, но сначала отобьемся от этих крабиков, огоньков и всякой нечисти, которая тут на меня ползет. Ай-яй-яй. Что-то мне не нравится, вот туда... О, еще и акула, да откуда ж ты вылазишь-то все время, а? Не пойму я. Опа, готово. Так, это что, бомба? Бомба, 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 дай-ка я еще куда-нибудь сюда. Ну, отлично. Котик. Кот оживлен, хорошо. Вот это самое, самый лучший приз, это когда котик оживлен. Все равно у нас 5. Блин, а по-моему у меня... Тихо! Ах ты, елки ты, палки. А все-таки вот никак без потерь не обойдется. Подбила она опять мне одного котяру. И нас 4 осталось. Жаль. Да какого лешего, вы посмотрите. Всего 2. Ой, надо быть предельно аккуратным, чтобы не погибли они. Так, что за кнопочка? Огонек вылез, а? Вместо приза какой-то огонечек появился здесь у нас. Так, сундучок, вот он. Есть! Котика вернули, ага. Я видел, видел я эту акулу. Подождите, у нас же один котик должен быть оживлен, а почему-то уже 4 нас. Странно, как-то это тихо. Так, я не пойду туда, ребят. 3 секунды.
2, 1, и время вышло. И что? Ну, уровень-то на этом не заканчивается. Жги их, обязательно будем жечь. Будем их хватать. О, котик еще один. Все, ребят, по-моему, всех своих котиков я вернул на место. Полный у меня состав. Так, но это не означает, что мы сейчас будем здесь с вами рисковать уж чересчур. Круто. Да, на самом деле круто. Тихо, тихо. Так. Крабики, когда... Да что ж такое, эта акула везде лезет. Откуда она вообще берется, на самом деле? Главное, ее не видно, не видно. Потом бац, такой резкий рывок, и все. Ты видишь только, как у тебя котики упали. Потом сидишь и думаешь, как так? Как же так получилось? Ну, воу, сколько рыбок мы с вами собирали. На самом-то деле, наверное, уже за соточку. Щит, пузырь, морские звезды. Вот это вот я понимаю, вот это бонус. Это я получил. Так, давайте-ка вот этого добьем. Вот здесь еще огонек у нас. Сундучок. Вау. Все в защите, все целенькие. Воу, ураганчик. Пошли, ребята, как можно быстрее. Да где же все-то? Блин, ну как же так, ребят, у меня ураган. Вот, вот они, вот они, вот они, вот они. Давим, давим, да, быстро кончилось. Как назло, как я взял ураган, никого не было поблизости. Обидно так было потратить его, конечно. Бонус за комбо получили. Ага, вон она, акула внизу, я ее видел, ребята. На этот раз она от меня так просто не уйдет. Так, будем прикрываться здесь. Да что ж такое, смотри, никак ее не подбить. Все, сейчас добьем, отлично. Да, этот уровень очень длинный. Оу, тихо, тихо. Фу ты, вы видели, да? Из-под тишка она все делает. Специально, куда ты? Ага, сюда. И кристалл, обязательно давайте подобьем этот кристаллик. Ай, не туда немножко. О, отлично, рыбка вся моя будет. Ну что, наверное, нам пора отсюда уходить. А где у нас переход, интересно, на следующий остров? Или его здесь нету? А, вот он. Побежали. Так, что такое? Опа! Оставайся подальше. Чего там? От чего? Оу, так мы же вроде бы... Нет, нет, ребята. Такого я не помню. Осьминог. Фыркает он мне тут, а? Смотри. А что ты еще будешь делать? Только фыркать и все? Ну, если так пойдет дело, ребят, так это легкий босс. Он свои чернила разбрызгивает. И вы видите, как... В какие стороны? Тихо. Блин, камни вот эти вот мешаются мне. Оу, тихо, ага. Крабы? Это плохо. Так, мне еще как бы в эти чернила не попасть. Я думаю, что будет очень больно, если я... Ага. Оставайся подальше от чернильных вот этих вот облаков, которые выпускает осьминог. Ну, в принципе, я и так понял. Ну и бот. Ой! Ёлки-палки, прям на чернильницу забежал. Так, что это такое? Морские звезды. Хорошо, сейчас будем урон еще больше наносить. Так охота, знаете, вот подбежать к нему вплотную и просто в рукопашку забомбить. Ай-яй-яй. Что-то я тут разбуянился, по-моему. Давайте вот так вот стоять. В принципе, можно выбрать определенное место, где вот эти вот чернила просто не достанут нас. Мы сможем его спокойно атаковать, и в то же время чернила будут по нам не попадать. Ну, хотя можно и так. Все равно приходится, ребята, двигаться. Осьминог на месте не стоит. Постоянно передвигается. Так, он еще и... Смотрите, акулы появились. Ай-яй-яй, тихо. Жги. Вот это хорошо. Давайте вот этот вот... Оу, как мы с акулу-то зажгли. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я просто ничего не вижу. Тут и огонь, и эти облака все как-то в кучу слилось. Все, немножечко осталось, ребят, немножечко осталось. И я думаю, сейчас мы добьем этого босса. Ну, есть, сдулся, хламон. Кот оживлен. Да, ребята, у нас пятерочка, это максималка. Я почему-то думал, что 6. Открываем печеньки, которые дают удачу. Ты найдешь самое холодное оружие. Холодильники 40. Дополнительные печенья. Давайте потратим. Время, которое тебе нравится тратить, совсем не является потраченным попусту. 25% ко времени за бонусные навыки. Ох ты, ну что же. Так, это что такое? А, подожди.
Погибни на уровне 1? Опа, новое испытание. Победи друзей двух. Странные какие-то задания. Ага, смотрите-ка. Лазерные глаза первого уровня. Я хочу себе такую штуку. Не целься в глаза. Давайте возьмем. Так, сердце. Сердце лечится лучше. Тоже, в принципе, полезно, ребят, да? Давайте купим. Ах ты, елки-палки. Я хотел посмотреть, что такое за Годзилла, но не хватило рыбок. Вроде собирал, да, столько много оказалось. Улучши наши характеристики. Ну, давайте, у нас есть возможность. Давайте, наверное, урон повысим. Так, и продолжаем с вами. Ох! Это кто кинул? Не понял, я или враг? О, ребята, мы, смотрите, мы можем бросаться холодильниками. То есть это как дополнительная атака у нас? Или что? О, смотрите, ребята, осьминоги уже теперь просто мобы. На, получи. Смотри-ка, ему мало одного холодильника. Так, холодильники, я так понял, сами выпадают с определенной периодичностью. Так, давайте алмазик заберем. Рыбка вся моя будет. Ну что же, это очень хорошо, меня радует, ребят. Смотрите, он довольно хорошо бомбит, урон наносит колоссальный. Меня это радует. Блин, сколько же всего здесь плюшек будет. Так, ну что, я не знаю, нам переходить или здесь еще что-то не забрали. По-моему, как все. Давайте тогда смело отсюда драть. И кто здесь у нас? Ага, жемчужина. Она мне пригодится, обязательно пригодится, ребят. Так. Опа, морские звезды, 50 штук. Но холодильники, по-моему, у нас кончаются, да? Если я не ошибаюсь, 40 штук всего у нас. Ай, как же я в облако-то забежал. Да елки-палки, крабы, идите отсюда. Нет, холодильник очень хорошая вещь. Выручает. Так, кнопочка. Кто? Блин, осьминог вылез. Осьминоги. Хватит тут уже своими чернилами разбрасываться. Ну, да что ж такое-то. Нет, вот акул хорошо бомбит, я ничего не скажу. Но осьминогов приходится, конечно, подольше побомбить. Так, огонечки. Огонечки, блин, и облако, кстати, вот это вот чернильное, оно не сразу исчезает. Ох ты, смертельный взгляд, ребят. Круто. Ё-моё, нифига бонусы. Я просто жгу их лазерным взглядом. Прикольно. Причем довольно такой хороший радиус поражения. Ой, жалко, конечно, быстро закончился. Я только думал, сейчас повеселюсь. Но не тут-то было. Так, крабы померли. Так, двигаемся с вами дальше. О, вот они все спрятались от меня. Нет, теперь уже не прокатит. Прохладиться у вас здесь спокойненько. Я буду везде. Морские звезды, отлично. Опять звездочки у нас. Зашкварили чувачков. Так, двигаемся дальше. Опа. Просто как маленькая бомба. О, смотрите, у нас уже, ах, давненько я их не видел. Электрических-то вот этих вот медуз. Смотри, что вытворяют, а? Так, это что у нас такое? Раздави их, естественно, будем давить. Огонек. Все, готов. Подожди, ребята, а где враги-то все у нас? Ё-моё, неужели я тут всех и так подбил? Нет, огонек вижу. Блин, а! Надо было мне наверх сразу идти. Ну ладно, не так уж их и много здесь было. Так, следующий островок у нас. И здесь опять у нас медузы. Бум! Хорошо, конечно, холодильник летит. Оу, тихо. Зажали меня. Представляете, да, 4 медузы сейчас бы меня там зажали бы на этом островке. На кусочки. И каждый бы сходил, и крантарики были бы. Оу, и по этим я уже соскучился. Рыбки-псы, которые лают. Что это у нас? Пузырь, отлично. Как раз вовремя, он не кстати. Так, сундучок тут у нас. И что тут? Ничего, только сердечки и рыбки. О, тихо, слишком много вас здесь. Для моих 5 котиков-то. Но... Так, погоди. Не надо... Так, ураган, да, там у нас, ребят? Оп, дай... Ай, не успел... Не успел, ребят, добежать. Повелся, как говорится, за рыбкой. Ладно. Блин, тут еще такая музыка, знаете, релаксовая, расслабляющая. О, а вон и акула появилась. Видел, типа я ее вижу, да, смотрите, там вынюхивает что-то. Давай, иди сюда сама.
так, 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 так. Рискуем, конечно, ребят, но, как видите, все у нас обошлось. В рукопашку просто все это быстрее, чем мы этими звездочками будем пулять. И вроде бы как нет, не все, еще тут и есть немножко врагов. Но это последние. Так, медуза, хорош. Блин, да почему так быстро исчезают эти рыбки? Рыбки, сердечки. Ага, осьминог опять этот. Ух ты. Вот плохо, когда вот так вот, ребят, мы стоим. Сейчас могут... О, всыпали нам. Все-таки всыпали. Да елки, там еще и крабы. Ну давай, 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 давай. Вот так вот, подбили. Там у нас, я вижу, ребята, был чемоданчик. Тут и чемоданчик. Сундучок, конечно же. Все уже, заигрался. Ну, давай, 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 иди сюда. Да елки ты палки, ты посмотри. Оу, где же вас нету-то? По-моему, они везде. Да хорош, крабы, пуляться-то по мне. Так, ракушка лопнула. Сразу же уничтожаем. Как можно быстрее. Ну-ну-ну-ну, конечно. Без защиты вы лопушки. Особенно вот эти вот медузы. У них, кстати, по-моему, я так понял, электричество-то, грубо говоря, самонаводящееся. Потому что, как я пробегаю, все равно молния бьет именно в меня. Меня это не устраивает. Так, что тут навыпадало? Звездочки, что тут? Бомба! Бомба, это, конечно, хорошо, но, ребята, сдулся он, блин. Да, жалко. Израсходовали впустую мы бомбочку с вами. Вот сюда вот ее надо было применять, на самом-то деле. Крабы, идите отсюда. Дайте мне дойти до следующего босса. Я хочу посмотреть, кто у нас тут будет. Что за новенький такой экземпляр? Мы уже просто в наглую с вами идем в рукопашку драться. Да, рискованно, но что поделаешь. По крайней мере, пока он запускает свою клешню, вот этот бумеранг, у нас есть определенное время, чтобы его просто вот тут забомбить. Кнопочка. Оу, хорошо-то как. Морские звезды и рыбы. Отлично. Вот это я понимаю бонус. Эй! Прям в чернильницу забежал, блин. И сразу же отхилились. Оу-оу-оу, сколько много. Много вас тут. Слишком много для меня. Давайте, бегите за мной. У меня там все чисто позади, поэтому я могу отступать сколько хочу. Готовы. Давай, давай, там. Фыркай, фыркай своей молнией. Нам все равно. Что такое? Щит-пузырь, отлично. Испытание пройдено. Так, какой-то бонус мы с вами получим, значит. Так, подожди, 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 подожди. Ну, в принципе, я уже приноровился. Оу, ураган. Эй, давайте всех давить. Где они, где? Вот они все. Всех засасываем просто к себе, ребят. Вот это я понял. Тихо, еще тут у нас. Эх, чуть-чуть не успел. Хотя, в принципе, нормально. Так, звездочки мы подобрали. Отлично, все просто великолепно было у нас. Я так понимаю, нам надо с вами передвигаться на другой островок. А где у нас тут, интересно, мостик-то этот? Не вижу я. Странно. Ну, давайте поищем. Так, ах ты, ты посмотри. Как же так? Почему-то он для меня слился с фоном. Хотя он никак не может, потому что он синего цвета. Ёлка-пок, я думал, что я тут всех прошел, ага. Врагов еще целая куча. О, особенно эти крабы. Ну, бом, забомбили. И еще у нас там партия крабиков. Оу. Так, вот, вот так вот их всех. Сердечки дают, поэтому мы успеваем с вами отхилиться. А вот у нас и мостик на другой остров. Да, давненько я в этом направлении не двигался. Ух ты! Босс! Что там еще? Оу, тихо-тихо-тихо. Не понял я. Это что за босс такой? Щупальцы просто одни торчат. Так. Ё-моё. Разведка, ребята. Разведка боем. Так, ладно. С медузами мы сейчас разберемся. Откуда щупальцы? Ах, вот оно что. Вы посмотрите, ребята. Узнаете, да, этого босса? Он уже у нас был. Но теперь он, видите ли, применяет щупальцы. Так, щупальцы способны достать на большом расстоянии. Ага, вот оно что. Понял теперь. Значит, нам нужно постоянно с вами двигаться. Вот-вот-вот-вот-вот. И отбегать от них. Блин, осьминог. Достал ты уже на самом деле. Иди отсюда, без тебя тошно. Вот интересно знать бы, как он еще применяет эти щупальцы. Как говорится, ничего вроде бы такого нету. Они просто берут и появляются из-под земли. О, вот это надо взять обязательно. Так-так-так-так. Ничего не вижу, все... затемнилось. Как бы мне этого босса хотелось бы поджечь, ребята. Ах, если бы вы только знали. Подбежать к нему и просто вот огонечком этим его поджарить.
Отлично. О, вы посмотрите, как у босса жизни быстро отнимались. Ребята, ух. Осталось-то совсем ничегошеньки. Сейчас мы его добьем. Откуда столько осьминогов-то развелось здесь? Я же вроде вас всех постреблял. И кристалл вот этот хочу подбить. Ай, ну некогда, нету времени, ребят, на это дело. Давайте всех тут вначале зачистим. О, опять у нас щупальцы вылезли. Причем они в щупальцы стреляют, а это значит... Оу! Что такое круто? Я ничего крутого не вижу. Блин, у меня где-то котенок, по-моему... Блин, я даже не увидел, что я убил босса, пока бегал. Никогда не выходи из дома без взрывающейся бочки. После врагов остаются бочки. А тут у нас щит-пузырь на следующем уровне. Защити себя от негативной энергии. Хе-хе! И сколько же у нас этих рыбок? Откройте сундуки с сокровищами 10 раз в одной игре. Ага, понятно. Годзилла. Вот, ребята, я хотел себе Годзиллу посмотреть. Что это вообще такое? Ну-ка. Один раз на уровень последний выживший кот впадает в неудержимое бешенство. Морская звезда. Да, давайте обязательно с вами изучим. 300 рыбок потратить, я думаю, стоит. И что тут у нас? Пружина. Кстати, тоже очень хороший скилл. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в этих милых котиков. А на этом все. Всем пока. Удачи вам.